8 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в Талдыкургане. Произошло обрушение дома. Трагедия произошла накануне вечером. Дом почти полностью разрушен. Сообщается, что из 8 пострадавших 3 детей. Все они доставлены в больницу. По информации МЧС, предварительная причина взрыва – неосторожное обращение с бытовым газовым баллоном. На месте происшествия работали 30 спасателей и 8 бригад скорой помощи. Произошло обрушение дома.